Владимиру Владимировичу Путину. Войска Московского гарнизона к параду победы готовы. Генерал армии Шойгу. Праздник. Вольно! Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. С 1940 года открывает парады на Красной площади рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 549-го ордена Ленина Краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России. Воины-ракетчики в полной мере используют высокомобильные возможности комплекса. Его способность гарантированно поразить цель. Завершают прохождение парадного строя боевой техники групп «Русские витязи» и «Стрижи», возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Небо над Красным. Рома, туда пошел, Александр?